Руководителем Анапского отделения Всероссийского совета местного самоуправления избран председатель Совета муниципального образования, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете Леонид Кочетов. Такое решение было принято сегодня во время проведения отчетно-выборного собрания. В период с 2013 по 2015 года было проведено 17 заседаний, на которых принято решение по самому широкому кругу вопросов. От развития местного самоуправления в свете задач, которые ставит перед муниципалитетом президент страны, до реализации на территории федеральных и краевых социальных программ. Помимо этого, члены Совета и исполкома всегда принимают самое активное участие в публичных слушаниях по внесению изменений в устав муниципального образования, принятию индикативных планов социально-экономического развития, бюджета, генерального плана и правил землепользования и застройки, правил благоустройства, подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий, в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, в мероприятиях по благоустройству. По итогам собрания деятельность Анапского отделения единогласно была признана удовлетворительной.